Добро пожаловать в мир кайфов и ништяков, с вами Костик, и мы продолжаем знакомиться с сайтом mkin24. Сегодня мы посмотрим страницу с мультфильмом «Кощей. Начало», который вышел 28 октября 2021 года. В описании мультфильма у нас написано «Кощей. Начало» – российский легкий, забавный, радостный, интригующий, боевой, семейный, приключенческий мультипликационный фильм фэнтези, рассказочный мир с большим количеством рас, волшебство и отважного героя. Данный мультфильм на нашем проекте встречается в следующих списках. Список лучших мультфильмов про людей, список лучших семейных приключенческих мультфильмов фэнтези, список лучших мультфильмов 2021 года, входящий также в список лучших фильмов 2021 года, а также данный мультфильм входит в киносборник мультфильмов номер 9 «Российские мультфильмы». Итак, посмотрим несколько из этих списков. Список лучших мультфильмов 2021 года. Здесь у нас «Кощей. Начало», «Кролик Питер 2», «Волшебный дракон», «Спирит непокорный», «Лука», «Том и Джерри». Далее вот идут мультфильмы 12+. Среди мультфильмов 6+, 2021 года, «Кощей» занял первое место. И, наверное, это первый российский мультфильм, который я добавил в категорию «Зрелищные». Далее уже идут с возрастным ограничением повыше или пока что не указанным. «Общество справедливости. Вторая мировая война», «Митчеллы против машин», «Бэтмен. Душа дракона», «Легенды смертельной битвы», «Битва королевств». Ну и посмотрим киносборник мультфильмов номер 9 «Российские мультфильмы». Здесь у нас «Кощей. Начало», «Конь Юлий. Большие скачки», «Незнайка на Луне», «Незнайка на Луне 2», «Карлик Нос», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Три богатыря и шамаханская царица», «Смешарики. Начало», «Три богатыря на дальних берегах», «Три богатыря. Ход конем», «Три богатыря и морской царь», «Смешарики. Легенда о золотом драконе», «Колобанга. Привет, интернет», «Три богатыря и принцесса Египта», «Смешарики. Дежавю», «Три богатыря и наследница престола». Остальные списки можете посмотреть самостоятельно по ссылке в описании. Авторекомендации для дальнейшего просмотра на сегодняшний день выглядят следующим образом. «Волшебный дракон», «Кролик Питер 2», «Лука», «Холодное сердце 2», «Вперед», «Эверест», «История игрушек 4», «Смолфут», «Кролик Питер», «Повелитель драконов», «Душа», «Нормы несокрушимые», «Ключи от королевства». Что ж, на этом на сегодня все.